Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся в Греции, поселок Патидея. Будем инспектировать с вами отель Помиграната. Отель 5 звезд, недалеко от Кассандры, получается, здесь уже буквально метров километр, и начинается полуостров Кассандры. Отель большой. Ресепшн. Самый простой тип номера на данный момент стоит 3000 евро, 11 ночей, 2 человека с вылетом из Минска. Видите, площадка сейчас закрыта, потому что идет дождь. Все вот эти вещи, они убираются, полностью открывается крыша, убираются стекла в одно место, и получается открытая площадка. И можно кушать на открытом воздухе. Раньше этому отелю этого не хватало, и вот эту вещь они реализовали. А здесь у нас главный ресторан. Давайте там одним глазом так зайдем, посмотрим. Вот, видите, какой у них главный ресторан закрытого типа. Фонтаны и диваны, и зона отдыха. Смотрите, как интересно сделано. Вы можете сидеть прямо в фонтане. Внутри. Вокруг у вас вода. Вам не жарко здесь. Кленов сделали крышу. В отеле зеленая территория, много растений, уголочков таких, где можно посидеть, в тени деревьев. Сами они выращивают свою зелень. Ресторан, который находится на берегу моря. Есть открытая терраса, где можно кушать и смотреть на море. Это Infinity бассейн с морской водой, подогреваемый. Вход в воду галька. С левой стороны у них пустырь. Ничего нету. И справа находится соседний отель. Гранатовое дерево. Мини. Это еще одна наша примечательность. Я рассказала ее сама в этом сезоне. Это полностью ручная работа. Лицензия покрыта 24-каратным золотом. Мы сейчас с вами находимся на перешейке, видите, с одной стороны моря, вот с этой, и мы с вами были вот с этой стороны, и там тоже было море. Вот, смотрите, какой у них тут Олимп есть. Детская, видимо, игровая зона. К сожалению, отель заполнен, и нам ничего не показали толком, ну вот только до пляжа провели. Отель хороший, здесь выращивают они свою зелень. Что по этому отелю могу сказать? Отель хороший, все здесь хорошо, он не дешевый, поэтому они очень стараются, очень много всяких фишек, там деревья привезенные, кухня, очень сильный спа-центр здесь. Если вы сюда поедете, вы будете довольны.
данным отелем и данным отдыхом. Если вам понравился данный видеоматериал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Лысенок Евгений.